Итак, друзья, продолжается эпопея с накрутчиками. Мы зашли на этот сайт SEO Sprint. Я зарегистрировалась. Как видите, я подписана профессор Пупкин. Просто прохожий, там ID указан. В принципе, это несложно. Итак, вот рекламный баланс 0.0. И здесь смотрим, что у нас здесь есть. Типа зарабатывать. Так, мне нужно именно найти людей, которые здесь у нас, получается, размещали свои. Так, SEO Sprint, так, нет, так, рай для рекламодателей, приступить, что у нас здесь откроется, я не робот, это защита от автокликеров, продолжить. Так, 25 рублей за один клик, попробую торговлю на бинарных опционах, 20 рублей за клик, в общем, биткоин, в общем, так, первое, на что я наткнулась, начала по порядочку, у нас вот тут есть Павел, копируем ссылочку, открыть по адресу, и кого мы видим? Наша любимая Камила Айгаева, 23 864 лайка и с Армавиром. Ну что, идем дальше. Так, нашли мы еще одну страничку. Начать выполнение задания. У Ванессы, ну, все то же самое, стандартно. Переходим. И что мы видим? Так, у Ванессы, Краснодар, пожалуйста. Так, идем я дальше. Нашла умную фишку. Можно поискать, голосовать в 23, да, и вот мы находим сразу всех, кого надо. Давайте тогда поочередно посмотрим. Просто поставить лайк Анастасия. Начать выполнение задания. Итак, у нас Криса Дель Мари. Так, дальше идем. Самые легкие деньги. Угу. Паша, посмотреть задание. Это у нас Димкин Пап Сергеевич. Окей, закрываем. Это было из Геленджика. Дальше открываем. Игорь уже какой-то начать выполнение задания. Сергей Беляков. Так, откуда он у нас? Из Ейска, по-моему, да. Еле прочитала. Специально так делают, чтобы не видно было города. Далее открываем четвертое. Начать выполнение задания. Это у нас кто? Опа! Еще одна из топа. 21.02, год, 1045 лайков уже. Так, закрываем еще раз. Так, проголосовать без регистрации. Так, по-моему, только что, да, открывала? Нет, новая. Так, это уже Краснодар. Тут уже 580 лайков. Ну, вы еще смотрите, выполнено сколько, то есть сколько накрутили на этом сайте. Так, дальше. Поставить лайк на сайте. Андрей Маевский. Так, Тимур Япаров, он у нас тоже из Ейска. Мы, вот, видимо, только недавно начали задание. Единственное, что хотела глянуть. Вот, допустим, мы выбираем поставить лайк, посмотреть все задания автора. Но здесь только одно задание. Может быть, выявим сразу большую накрутку. Здесь смотрим, посмотреть все задания. Тоже здесь одна ссылочка. Так, здесь у нас Игорь. Посмотреть все задания. О, посмотрите, да, как... Вот этот Игорь прям продавец-продавец. Сейчас посмотрим, найдем мы кого-нибудь или нет. Здесь 96-й регион. Здесь у нас посмотреть задание. Это какой регион? Ага. Отказаться. Так. Ярмолот тоже не наша тема. Смотрим. Голосовать 23. Это вот только что, да? Я открывала 61 лайк. Отказаться. Это я уже смотрела. Так. Что у нас тут еще? Если у нас тут еще голосовать где-то в соцсети. Ну, это я смотрю, вот это Ярмолот, фото на выборах. То есть здесь все, что не касается голосовать 39. Так, голосовать чей? Это задание недоступно для выполнения. В бюджете задания недостаточно средств для новых исполнителей. Блин, а как посмотреть, что это было за задание? То есть, видите, проблема в том, что мы не можем их посмотреть. Вот, но может быть... Как-нибудь, может, по номеру вбить, что это было. Копировать по номеру. Задание посмотрим. Ну, посмотрите. Так, стоп. Может, вот так поискать. Так. А мы вот так сделаем. Во, смотрите. Точно, можно же так делать. Так, смотрите, Юля Мальцева. О, все, я сейчас придумала. Так, у нас даже непонятно, из какого она города, просто на телефоне. Креатив, конечно, так и прет. Так, дальше. Это вот он, да, был? Мы сейчас все это найдем. Игорь, посмотреть задание автора. Так, даже если это
уже и проплаченные, и законченные. Заодно посмотрим, у кого закончилось. Это мы глянули. Так, идем дальше. Вот эту теперь открываем ссылочку, копировать. Кто это у нас? Ага. Валерия Эванс, 2311. Ой, даже не видно, из какого она города. Интересно. Так, голосовач 23. Посмотрим, кто это у нас тут сидит, прячется. Так, Николай Подгорнов, 1090, из Лабинска. Так, идем дальше. Так, 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 тут есть голосовач. Так, здесь нету. Идем дальше искать. Итак, я еще раз покопалась, выявила одного накрутчика из Краснодара. Затем вот эту девушку. Она у нас из Армавира. Затем вот этого мужчину. Он из Ейска. Здесь Геленджик. И еще раз Тихорецк. Ну, пойдемте на другой сайт. Здесь, похоже, закончилось все.